Как вы думаете, где находится этот ШИЕС? Нет, это не Вологодская область, не Архангельская. Это Московская область, 18 километров от Москвы, на территории одного из самых богатых районов, Одинцовский городской округ, с бюджетом в 20 миллиардов рублей. Больше, чем Республика Алтай или Калмыкия. Сюда, видимо, не заглядывают ни Воробьев, ни Иванов. Здесь все как прежде, а может быть и хуже. Это реальная картинка. Это результат так называемой мусорной реформы, стартовавшей 2 года назад. Посмотрите, все неизменно. И тарифы, и профанация. Если в многоквартирных домах, по крайней мере, есть видимость вывоза мусора, то в частном секторе конь не валялся. Я снял этот ролик только после того, что это безобразие продолжается неделями. Вывозят периодически и на несколько недель забывают. Мусор до сих пор вывозят муниципальные и коммунальные предприятия, которых лишили лицензии на эту деятельность. А почему? Да потому что на федеральном уровне решили деньги за мусор отдать кому-то близкому к Кремлю. Так кто же этот близкий? Общество с ограниченной ответственностью — русский региональный оператор. Это маленькое предприятие, без основных средств, без сотрудников, с уставным капиталом 40 тысяч рублей, захватившее огромный рынок. А кто стоит за этим малышом? Да как же мы не догадались сразу? Учредитель — компания RT Invest, та же, что собирает деньги на платных автодорогах, за золотой мост в Уренгое. А хозяин снова друг Путина — Ротенберг. Сегодня изъятие денег у населения — это главная государственная функция. И сайт русского регионального оператора — подтверждение этого. Почитайте, там в разделе для потребителей прямо записано, что все собственники обязаны заключить с ним договор и платить за услуги. Вопрос только: за какие услуги?